Блин, это был невероятно тяжелый день, насыщенный эмоциями, впечатлениями, в первую очередь эмоциями, ну просто нереально насыщенный день. Я был на дне рождения у своего друга Вячеслава Волка. Вы, наверное, знаете про него, это тот парень, которого ранили на военных учениях возле Саксиганского исполкома 2 года назад. Ему тогда из пистолета Глок шею прострелили, и он с тех пор парализован. Сегодня у Славика было день рождения, и мы ездили его поздравлять с Стасом, другом моим. Всем привет, с вами Кризалис. Сейчас мы находимся... Где мы сейчас находимся? Привет, Славика! На день рождения! И, в общем, я ехал за рулем. Я сегодня встретил Ярославу, встретил Ксюшу. Многое лето! Многое лето! Я занимался волонтерской деятельностью и много чего интересного и полезного за сегодня сделал. Так как ты устал, приятно устал, так что хочется просто лечь и... отдохнуть, потому что, наверное, даже не лечь отдохнуть, а лечь и насладиться послевкусием от пережитых эмоций и впечатлений, потому что день реально яркий, вот прям, он кто-то звонит, пишет, супер нереально реально яркий, мне очень понравилось, побольше бы таких дней и таких друзей, как Волк. Славик, спасибо тебе огромное, что ты у меня есть и помогаешь мне, несмотря на то, что это я тебе должен помогать. А ты все равно со мной поддерживаешь, понимаешь. И постоянно, когда мы с тобой созваниваемся, я тебе там жалуюсь, но я говорю, что вот там то, сё, там пятое, десятое. А ты же просто парализован, ты не можешь двигаться. И самое ужасное здесь то, что ублюдки, которые виноваты в этом всем, продолжают жить своей жизнью, там, встречаться с людьми другими, там, заниматься какими-то обычными делами, которыми ты из-за них не можешь заниматься, и это... И это прискорбно и ужасно. Но я уверен, ты человек сильный, и вместе, ну, ты будешь поддерживать меня, я буду поддерживать тебя, и рано или поздно ты встанешь на ноги, и все будет классно, мы еще побегаем на перегонки. Снюхай. Спасибо. Пока.